топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Тина Канделаки уже много лет является рьяным посетителем фитнес-клубов. По словам телеведущей, именно эти часы в спортзале позволяют ей держаться в форме. В субботнее утро Тина выложила занятное видео, в котором показала, какое количество роликов она обычно снимает на беговой дорожке. Оказалось, что для соцсетей у нее идет одно видео, для себя любимой, другое. Занятно, что Тина Канделаки особо упомянула Ксению Собчак. Оказывается, для бывшей подруги Канделаки снимает отдельный ролик, видимо, чтобы той стало завидно. Посмотреть эту публикацию в Instagram публикация от Тины Канделаки, @Tina_Канделаки, 19 сентября 2020 года, в 1:04 БДТВ, в любом случае можно смело констатировать, что Тина в свои 40 с хвостиком находится в очень прекрасной форме. В том числе благодаря постоянным тренировкам. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.